Между тем, жителям пятиэтажки в Темиртау, где на прошлой неделе прогремел взрыв газа, разрешили забрать из своих квартир вещи, мебель и технику. В доме завершили первый этап работ по усилению стен. Жители двух подъездов, которые не пострадали, уже вернулись в свои квартиры. В оставшихся двух, где произошло обрушение, продолжается ремонт. Специалисты аккуратно освобождают помещения от мебели и техники. По предварительным итогам обследования дом подлежит восстановлению. Сейчас владельцы поврежденных квартир ищут съемное жилье. На этом фоне в городе металлургов резко взлетела стоимость аренды. Некоторые стали превышать столичные расценки. Напомню, что случилось во вторник. На третьем этаже взорвался газ. Пострадали 4 человека. Полностью разрушены 4 квартиры. В общежитии остается проживать из этого дома 2 семьи в количестве 5 человек. 46 семей расселены по арендным квартирам и по родственникам. Арендные квартиры, которые оплачивают Акимат жителям этого дома, это 10 семей. После проведения первых страховочных мероприятий, да, жителям эксперты разрешили зайти в свои дома, вынести свои вещи для проведения дальнейших уже здесь работ.